уже лето, Испания, Марбелья. Здесь, говорят, какие-то статуи красивые расположены, которые кто-то знаменитый подарил. Мы эти статуи не видели. Мы сегодня видели с утра, и видели в обед, и видели после обеда только выступления наших спортсменов и спортсменок. Ой, мне выпала честь поговорить с трехкратным обладателем серебряных медалей. А уже третья Олимпия, серебро. И этого человека зовут Иван Водянов. Иван выступал. Он очень доволен сегодня. Первый международный турнир, когда Иван на самом деле счастлив, потому что он в Марбелле, потому что он проиграл достойно, Саша, достойно проиграл. Я всегда побеждаю. Я хочу сказать по секрету, что я тебя не перебиваю, мы просто вместе разговариваем в беседе, что если бы я судил и если бы судил Игорь Копчик, два судьи поставили бы тебя на первое место. Ну, спасибо вам большое. Но сегодня, на самом деле, я на награждение улыбался, потому что я... Что оскала звериного не было. Я считаю, что достойно все. И это действительно первый турнир. На мой взгляд, объективно, я очень хочу посмотреть видео, да, но хочу сказать, что вот этот вот, я не знаю, с какой он страны, чернокожий парень, Голландия. Бабушка его, да, я ей сказал, что она very good тренер, я ей поблагодарил ее за то, что она готовит таких атлетов. В общем, вы, кто посмотрит, вы все видели, там просто настолько красивые выпуклые формы мышц, это генетика, это просто, честно, я ему завидовал. Значит, Ваня, не завидуй. Не завидую. Работай дальше. Я думаю, что у тебя все 100% получится. Мы сейчас договорились с Иваном, что я не буду его спрашивать, какие у него соревновательные планы. Однако же просто попрошу его поделиться тем, что будешь делать завтра, послезавтра. И послезавтра, короче, до четверга я здесь остаюсь. Я специально еще 3-4 дня, я уже не помню, сколько у меня здесь осталось. Я буду отдыхать, наслаждаться природой, морем. А еще мы с Кириллом Сарычевым в понедельник поедем в зал Дорина Яца. Вот. Так сложилось, что он тоже здесь сейчас в Испании катается. Дорин Яц находится зал в Марбелье, но на самом деле с недавнего времени, чтобы иллюзий никого не было, зал уже продан. Но называется все Дориан Яц. Не проблема, мы все равно пойдем, потому что открыл его легендарный человек, и нам будет приятно. Гранит, скала бодибилдинга, авторитет безусловный. Да, Дориан. Дориан Яц, повторяю еще раз. Ислап.ру, это я, это Игорь Копчик, который стоит по ту сторону экрана. И всегда говорил и продолжаю дальше говорить, это Иван Водянов. Саш, спасибо тебе огромное за поддержку. Ты все турниры, все, которые международные, я начал выступать. Ты всегда... Чуть-чуть не дожимается. Вот чуть-чуть. Но сегодня... все видят, что ты боец. Я народный герой. Народный герой. Иван Водянов наш герой. Танк Водянов. Танк. Ислап.ру. Мы всех победим. Всем спасибо.